по поводу астраханских композиторов? Ну, знаете, это три богатыря для меня. Замечательные ребята. Я много лет с ними знаком с их творчеством. Они, конечно, очень разные, понимаете. У них разные учителя, разное образование. Вот. Но самое главное, что они очень работоспособные. В нашем ремесле нельзя останавливаться. Это сразу замечается. И вот я приезжаю сюда не первый раз, и каждый приезд – это новые премьеры ваших композиторов. И должен еще раз повторить, что здесь, конечно, очень крепкая консерватория.